этому району лучше перемещаться пешком. Так вы точно не пропустите ни один из исторически значимых объектов, которых здесь около 900. Я иду по единственной в мире деревянной мостовой из черного дерева. Она появилась здесь в конце 18 века. Ее построил местный губернатор, ставленник испанцев, дабы его дорожайшей супруге не мешал стук каретных колес об булыжную мостовую. Столица Кубы делится на три части. Новая центральная и старая Гавана. Последняя – самая интересная.